Администрация города Каспийска обращается к горожанам с убедительной просьбой: не выбрасывайте в канализационную систему пищевые отходы, тряпки, памперсы, влажные салфетки, различные средства гигиены и иной мусор. Из-за этого в системе водоотведения постоянно происходят засоры, в связи с чем возникают аварийные ситуации. Устраняя такие случаи, зачастую приходится на время перекрывать воду. Как пояснил главный инженер городского водоканала Андрей Басин, основная проблема – это влажные салфетки и средства женской гигиены, которые, в отличие от туалетной бумаги, не растворяются, а создают засоры. Уважаемые каспичане, наши граждане города, от лица водоканала мы просим вас не кидать в канализацию, в унитазы салфетки гигиенические, также памперсы и средства личной гигиены женские, так как это все приводит к засору на наших канализационных насосных станциях. Туалетная бумага растворяется, гигиенические салфетки не растворяются в воде. Они собираются вот в такие вот, мы их называем рулоны колбасы, на них оседает жир и образуют засоры в наших канализационных сетях, что приводит к обратному разливу канализации. По рассказам рабочих главной насосной станции Каспийска, мусор, извлекаемый из канализационной сети, порой поражает своим разнообразием – от пластиковых бутылок до детских игрушек и элементов одежды. Устранение засоров в системе водоотведения – дорогостоящая и длительная работа. Помните, канализация – это не мусоропровод. Уважайте себя, своих соседей и работников коммунальных служб, которые трудятся с утра до самой ночи ради нашей с вами комфортной жизни.